Всем привет! Сегодня будем открывать альбом TXT. Пока что только одну версию, две еще мне не приехали. Эту версию я брала в шопе из наличия вот этот шоп. Брала там первый раз, отправили, в принципе, все быстро, упаковано, было все хорошо, ничего не помялось. А остальные две версии я взяла на Джуми по скидке. Очень хорошая скидка, у меня получилось 3 с копеечками, я точно сейчас не вспомню. Ну, почти 4000, оба альбома с доставкой. Поэтому они будут уже чуть позже, соответственно. Потому что ждать, когда они придут, и все с этим открывать, я уже не смогу. Я уже давно ничего не открывала, не распаковывала. Я уже просто соскучилась по всему этому. У меня не было достаточно свободных денег. Да и, сами знаете, с этими доставками совсем были большие проблемы. Я так давно ничего не снимала, поэтому у меня это уже 3-й дубль. В первом я просто, когда начала открывать альбом, я канцелярский нож так и не купила. Открывала своим гигантским ножницами и просто свалила весь штатив. Поэтому он у меня уже надрезан. Давайте уже открывать. Так. Эту версию очень тяжело найти. Я даже на Джуми ее не смогла найти. Увидела в шопе, хотя на Виверс уже есть в наличии эта версия. Увидела в шопе. Цена небольшая была, 2050 рублей, поэтому я сразу ее взяла. Так. Из этой версии, из карточек, я, конечно же, хочу Субина карточку. Она там такая красивая, голубые волосы, у него сердечко такое. Очень хочется. А вообще, я себе уже выбрала Биасов из TXT, Йонджун, Субин и Тэхён. Поэтому, если кто-то из этих трех мне здесь попадется, я буду очень-очень рада. Фотобуки я видела мельком. Я прям распаковки на эти альбомы не смотрела, но где-то сканы, фото из этих альбомов уже давно видела. Так, карточка у нас... Так, не знаю, где. Скорее всего, нету. Ага, так. Не, не подписано. Посмотрим позже. Так, что здесь у нас? А, это лирика. Симпатично оформлено. Мне очень в этом альбомах, в этих, нравится оформление цветов. Все такое нежное, пастельное. Так, это у нас... А, как мини-фотобук. Сильно долго рассматривать не будем, потому что альбомы старые. Я думаю, вы все уже видели, что там. В этой версии вообще мне карточки нравятся все. Они все очень красивые из этой версии. Поэтому буду рада любому. Но Биасы, конечно, в приоритете. Ну, смотрите, какой красавчик здесь. Вот у него похожая карточка, по-моему. Но только он с синими волосами там. Или я уже забыла. Ой, что-то он трещит так. Так, обратную сторону. Ну вот. Зашибись. Такой он красивый, не могу. Все, трещит по швам. Не знаю, будут проклеивать, навряд ли. Дальше он... Ага, там открытка. Ну, давайте ее посмотрим. Раз, два, три. А, бомбью. Такой красивый здесь. Сзади логотип. Красота. Так, здесь у нас стикеры. Очень приятные на ощупь, такие гладенькие, матовые.
симпатичный стикер. Так, и фотобук. Такой он толстенный. Я не знаю, какая мне версия нравится больше. Там, насколько помню, какая-то на природе есть. Может, она мне намного больше понравится, не знаю. Но пока что мне это нравится. Очень сочная. По поводу следующих распаковок, у меня точно сейчас скоро дойдет из последнего альбома TXT кейс-версия. Я одну заказала с Джума, был мой первый пробный заказ, скажем так. Он уже где-то в России по сортировкам лазит, потому что следующий будет он. Сет альбома у меня заказан TXT, но без предзаказа, потому что у меня деньги появились уже после всего предзаказа, в принципе. Поэтому будут просто альбомы. Но он у меня заказан, этот сет, в шопе. Там доставка морем. Я не знаю, когда он придет. Даже ориентировочно. Но надеюсь, до конца месяца хотя бы будет уже. И кучу сделала заказов с Джума. Что-то меня в один день прям прорвало. Поназаказала там всего. Блин, ему так идут очки, не могу прям. Это такое приятное ощущение листать фотобук. И такое трепетное ожидание, кто же в карточке. Я, конечно, на свою удачу не надеюсь. Субин мне там навряд ли попадется. Огромный-огромный фотобук. Посмотрите. Не знаю, буду ли еще другие старые альбомы их заказывать. Вот этот альбом мне очень нравится. Поэтому я не удержала, взяла. Здесь благодарности, видимо. Красивые коллажики. А, подожди. Все. Смотрите, один листочек на кредиты. Так, здесь у нас диск. Тоже красивое оформление. Ну, и кто же у нас там? Так, раз, два, три. Ай! Тэхён. Я говорю, мне нравятся все карточки из этого, из этого альбома, из этой версии конкретно. Какой красивый. И задник такой. Я рада. Шоп мне также положил такую карточку в подарок. Темненькая она такая. Здесь, кстати, образы, которые мне очень нравятся. Обожаю, когда они в костюмах. Вот из последнего... Простите, простыл немного. Из последнего релиза, который у них сейчас вот с альбомом был, мои любимые образы из клипа, это где они на кладбище в костюмах и вот этих кожаных перчатках. Боже, это бомбические образы. И где у них танцевальная часть идет. Где просто в джинсах, в футболках, в кепках. Тоже безумно красивые. И, конечно, я уже словила все спойлеры, которые только могут быть. Какие фотосессии в альбомах. И там нету этих образов. Я так расстроилась. Так, все, наша распаковка закончилась. Вышла немного сумбурной. Я давно не снимала, прошу прощения. В принципе, всем пока. Ожидайте еще распаковок.